Мужик, а ты что, закладку ищешь? Ага, закладку нашел, но не покажу. Денег мало, ребята, денег. Вот это денег высыпано. Это 15 июня, а он еще картошку не посадил. Забухал, что был. Сейчас посадим. Картошку я не посадил еще, ребята. Но это прошлогодняя. Да не, посадил, цветет, просто жалко выкинуть. Там осталось ведра два, никому не надо, ну я решил ее и посадить. А картошка уже цветет.
И горох там цветет, и все цветет. Ну, бухал я, бухал. Все, хватит. Еще 15 минут где-то мы фрезеровали участок. Картошки не так много, 1,5-2 ведра. Так, окучники я разгибаю, так и не переделал. Это второй комплект, который я загнул все стойки. Так. Там где-то я выкалывал, когда я по весне картошки сожрал. Вот этот участок. Вот картошка маленькая, видите, по сравнению с другим. Тут же была целина, стоял дом, вот так. Ну я, короче, всем все понятно. А фундамент-то вот он. Ну, в результате, презы мотоблока загнутые. Ну и так, по мелочам, окучники. Ну а так она взошла. Вот, блядь, она вылетает, вот что гнет, окучники, блядь. Оп, а вон даже. Тут видно, что тут что попало, но картошка растет. Да. Вот она, картошка из кирпичей. Ну что, вырастет. Подсолнух вряд получился, потому что скажу, посадил картошку. Ну по ряду, думаю, подсолнухи раскидаю. Ну вот. В результате. Решил еще прибавить участочек. Участочек прибавился на 4 баллочки. Ну, получилось так, ребята. Там у нас сидят 2 арбуза еще растут. Так, что вам еще сказать? Решил новый участок занять, но силы не хватило у меня. Здоровья. Эта картошка окучена, больше она окучена не будет. Цветет после цветения. Ну, думаю, числа 30 июня я уже копать начну. Все и все. Дождь прошел, вроде бы их сбило. А, вот они есть. Надо опрыскивать. Вот они. Полезли почему-то. Это надо внимательно походить, посмотреть. А, вот еще куст. Там вроде не наблюдает, вот отсюда с края начинается. Ну и что тут? Тут у нас. Тут у нас тоже картошка посажена. Недели две назад. 3. Тут тоже тут стоял, когда-то говорят, дом. Вот. Вот такого гнутся окучники на раз-два. Тут тоже так окучено. Неважная картошка. Так, еще картошка. Новый участок. Подсолнухи на отряд, ну так, снял я их где-то. Так, тут у нас картошка еще посажена. Тут как бы в теньке надо, чтобы цвета я посмотрю в этом году. Вроде такая жирненькая, земля новая. Попробовать. Надо будет, если тут хорошая земля, торчевать пни и спиливать вот те деревья, чтобы солнце хотя бы 8 часов в сутки попадало сюда. Так, что тут еще? Что тут еще? А, тут же ничего, ёпта. Не знаю, двое или не двое. А? Живой. Живой, ребята. Живой. Дальше сажать не стал, видите, пень.
Я бы этот пень я загнул один из закушников. Вон еще один пень между пней сажал. Вот они, корни. Выламывал, ломает. Ну, тут столько пуска. Что тут такого серьезного нету? Не страшно. Тут у нас вот растет тоже интересное растение. Вот. Без полива, без ничего. Вырастет, значит вырастет. На башках тут ничего не поливает. Ну, видите, что тут творилось. Сколько здесь работы было сделано. Ну так, все. Картошка растет. Ну, пойдемте еще. Поле покажу. Поле разгибая. Ну что, мы тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь бородок наехали. Картошка вот такая, семена осталась. Вырастет, значит вырастет, не вырастет. Сейчас мы тут раскидаем. Зелепушки, это потому что я траву сначала скосил. Вырастет, значит вырастет. Где по две картошины? Ну как-то так, трава зеленая, это потому что покосил. С зеленочкой. Блять, еще время. Время полдевятого. Ну короче, на все про все. Закрытием этого участка от нулевой точки прошло где-то полтора часа. Бля, я хотел на таблетку закрывать, сильно резы надо снимать. А тут вот горчички подсеял, горчички.